В Симферопольском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями провели праздник ко Дню защиты детей. На мероприятие приехали воспитанники со всего Крыма. Для них организовали насыщенную праздничную программу, и, конечно же, все дети получили подарки. Праздник сделали прежде всего воспитанники центра. Дети пели, танцевали, рассказывали стихи. После ребят ждала не менее яркая программа. Особенно всем понравилось представление с гигантскими мыльными пузырями. И, конечно же, сладкий стол. В свою очередь, родители выразили благодарность сотрудникам центра за их работу. Мы, конечно, довольны, что мы сюда пришли. И здесь, конечно, атмосфера такая доброжелательная. Нам нравится. Мы вот ходим не первый год. И очень внимательные сотрудники, и психологи помогают. То есть нам нравится. Единственное, хочется, чтобы здесь были еще лошадки и бассейн. Вот этого очень не хватает. Поздравить ребят с праздником и вручить им подарки, серию развивающих игр приехали министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская и ее заместитель Лариса Францишко. Бесплатно реабилитироваться в наших центрах и в наших отделениях по всему Крыму. Кроме этого, сегодня все дети-инвалиды являются федеральными льготниками. Они, как и их семьи, имеют право на льготы по коммунальным услугам 50%. Центр дает шанс детям с ограниченными возможностями адаптироваться к нормальной жизненной среде. Реабилитацию проходят не только ребята. В обучающих курсах участвуют и родители. Самое главное здесь – хорошее настроение. Этот позитив даже медики называют ключевым в их нелегком пути к выздоровлению. Борис Манин, Екатерина Серюгина. Время новостей.